Что важно делать в 2024 году? Добрый час, друзья! С вами Апраксина Лада, и это выпуск в серии, которая называется «Твой удачный 2024 год». Это большая практика, которую мы делаем с начала года до старого Нового года. И в рамках этой практики я покажу и расскажу, и уже показываю, рассказываю, что можно делать для того, чтобы твой 2024 год стал максимально удачным в категории. 2024 год – это год такого интересного контраста, интересного сценария, когда ты либо пан, либо пропал. То есть, либо ты полностью реализовал свой потенциал на этот год и полностью запустил какие-то приятности, какие-то реализации и что-то такое в своей жизни, либо ты полностью отключил себя от всех возможностей. Кстати, сейчас нам важно, у нас есть возможность зажечь свечи. Мы это сделаем. Мы сделаем это белыми свечами. Я возьму сейчас несколько свечей и напомню вам. Я об этом уже говорила в предыдущих выпусках, что нам для практики «Твой удачный 2024 год» нужно будет брать либо 3 свечи, либо 5 свечей, либо 12. И вы меня вчера спросили, а как же делать лучше? Скажу, как делать лучше. Лучше брать 12. Почему? Потому что практику мы делаем 12 дней подряд. Каждый день – это определенный месяц года. Ну, например, 1 января мы делаем на январский месяц, 2 января мы делаем на февраль и так далее, и так далее. И каждая свеча, она символизирует один месяц. Почему именно свечи из натурального воска? Потому как натуральный воск шикарно держит информацию. Вот почему возможно делать такие программные свечи. Я их, кстати, тоже делаю, не только я. И у меня на моем канале много-много-много выпусков про свечи из натурального воска. Посмотрите, это очень полезно и интересно. Итак, давайте считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот выбираем 12 свечей. Обязательно ставим их вот этими фитильками наверх. Проверяем, что все фитильки стояли наверх, в одну сторону смотрели. Также приподнимаем фитильки, потому что некоторые свечи, у них фитиль, он такой как бы залитый или залипший вниз, а нам нужно их повыравнивать, чтобы все фитилечки, что называется, стояли. Пусть фитилечки стоят, и не только фитилечки пусть всегда стоят в нашей жизни, пусть все, что нам интересно, качественно стоит. Итак, складываем свечи. Обратите внимание, я делаю сегодня белые 12 свечей, однако вам рекомендую делать красными. Ну, хотя бы один раз за все время практики сделайте 12 красных свечей. Почему красный? Потому что красный – это трендовый и важный цвет для 2024 года. Хотя это год зеленого деревянного дракона, но если верить и следовать китайской традиции, хотя по славянской традиции это год оленя, доброго оленя или лося. И, в общем-то, можно найти разные системы координат. Однако, когда мы говорим про цвет, мы говорим про физику. И вы помните, на курсе «Белого волшебника» я рассказывала, что такое цветовые резонаторы. Цветовых резонаторов основных несколько. Это красный, белый, синий, желтый и зеленый. 5 основных цветовых резонаторов. Не путайте это ни с какой другой системой координат. Каждый день на наше поле жизни протекает энергия определенного цвета. И, кстати, сегодня, 2 января, к нам протекает 2 потока белого цвета. Вот почему я в красном, а свечи у меня белые. Если вы не знаете про резонаторы,
то вы просто выбираете красные свечи, 12 штук на каждую практику. Если вы хотите изучить цветовые резонаторы, то я предлагаю вам курс, который называется «Белый волшебник». Он есть в доступе, в записи. Вы можете его для себя заказать, получить, изучить. И, кстати, я уже говорила о том, что я очень рекомендую практику подарочную, которую я вам сейчас даю. И эта практика «Твой удачный 2024 год» соединять с практиками «Белого волшебника». И там у нас 12 занятий, 12 уроков. Но если курс «Твой удачный 2024 год» – это подарок от моей школы «Лада Янтра» для вас, для всех, то курс «Белого волшебника» – это курс платный. Он, кстати, недорогой совершенно, он в районе 2500 всего стоит. Я предлагаю, стоит брать. Считаю, что пора, да, уже становиться белыми волшебниками. И сегодня у нас дважды белый день по этому курсу, по этой системе координат. И это значит, что мы сегодня можем провести тотальные чистки и перезагрузки. Для этого я беру белые свечи. Вы можете брать любые свечи из натурального воска, как я и говорила, лучше красные. И мы, смотрите, правой рукой зажимаем нижнюю основу вот этой стопки свечей, а левой рукой начинаем крутить эти свечи. Вот смотрите, правая рука у меня как бы остается удерживающей, неподвижной, а левая рука продолжает скручивать вот эту всю, что называется, свечную бандуру, да, вот такую вот большущую скрутку из 12 свечей. Начинаем скручивать, скручивать, крутим, крутим. И вот у нас получается вот такая уверенная скрутка на сегодняшнюю практику, на сегодняшнюю программу. И я уже говорила сегодня на моих страничках, в соцсетях. Кто еще не видел мои прямые эфиры, пожалуйста, по ссылочке в описании к этому выпуску на YouTube-канале я оставлю ссылки на меня в соцсетях. Подписывайтесь, забирайте контент, я его вам дарю. Я как проводник информации накапливаю ее, создаю определенный мой опыт и потом этим опытом делюсь. И, кстати, как делиться опытом, я тоже буду рассказывать. Особенно это важно для тех специалистов, помогающих профессий или направлений, или специализаций, которые называются так называемой мягкой нишей. То есть те, кто у нас нумерологи, астрологи, психологи, тарологи, рунологи и всякие остальные ологи. Вот для вас, друзья, я тоже дам сейчас рекомендации, и эти рекомендации следующие. Прям сразу, не отходя от кассы, давайте это обсудим. Ну, пока я буду рассказывать для вас, мы зажжем нашу свечу. И все, что будет происходить при этой свече, воск запоминает. И через натуральный воск мы можем делать проводку. То есть мы проводим, ну как бы реализуем, как бы включаем программу в нашу жизнь. Итак, для того, чтобы зажечь нашу сакральную ритуальную свечу из 12 свечей с 12 месяцев 24 года, мы берем две спички в правую руку, при этом указательный палец отводим в сторону, это важно, держим спички между большим и средним пальцем, затем включаем спички и начинаем включать свечу, зажигать. Кого-то коробит вот эта вот фраза «включать свечу», но я ее использую всегда, потому что термин «включать» – это значит, ну, как бы открывать свет, давать определенный поток. И я именно в этом контексте использую слово «включить свечу», то есть не просто зажечь фитиль, а включить весь поток, который происходит. Итак, вернемся к тем мастерам, специалистам, ологам, которые смотрят мои выпуски. Здравствуйте, коллеги! Поздравляю вас с 2024 годом, годом тотальных возможностей, когда мы можем и наш опыт сформировать, и структурировать, и даже перезагрузить и обнулить. И также другим людям можем очень качественно помочь.
в этом году, и у нас есть некие особенности. Так, свеча горит хорошо, я тоже говорю хорошо. Я начала такой очень динамичный ритм взяла в начале нашей встречи. Сейчас немножко выровняемся и будем, я буду говорить помедленнее. Я знаю, что не всем нравится динамичный быстрый ритм речи. Так вот, в 2024 году самое-самое эффективное – это личная коммуникация с клиентами. А те уроки, курсы, программы, которые вы прежде создавали, и они у вас есть в записи, эти программы будут работать в 2024 году менее эффективно, если вы не будете давать сопровождение. Я об этом говорю как мастер-практик, а не как теоретик. В моей школе «Лада Янтра» около 250 авторских программ, и я эти программы в 2024 году приняла решение давать исключительно в моем сопровождении. Иными словами, ваше живое участие, ваша живая энергия, ну и мое участие, и моя энергия в тех программах, которые были раньше созданы в записи, именно это участие активное будет включать для потребителя, для клиента, ученика, для того, кто запрашивает наши знания, будет включать эффективность и результативность. Если мы будем просто продавать программы в записи, которые когда-либо были созданы или сделаны, то они могут не включиться у человека. Почему? Потому как мы проводники. И если раньше мы делали эти программы в записи, то сейчас нужно, чтобы через наше поле, через нашу активность эта программа перешла в поле того, кто запрашивает эти знания, и таким образом происходит передача реализации. Я знаю, что многие из мастеров делают именно так, как я сейчас сказала, то есть лично сопровождают, лично консультируют, объясняют, делают инициации, консультации, поддерживают и так далее. Также я знаю и по себе, и по другим мастерам, что есть те, кто, записав однажды программу, просто ее продает по какому-то там дисконту, да, и все, отдает человеку и больше как бы считает, что на этом своя задача выполнена, да, как у проводника, как у мастера. Так вот, еще раз повторюсь, обратите внимание, в 2024 году важно будет, чтобы вы активно сопровождали человека по этапам освоения какой-то ранее записанной программы в вашей школе, в ваших практиках. Хорошо, это для моих коллег, для мастеров. Вот такая рекомендация на 2024 год. Что же касается и мастеров, и всех остальных людей, кто меня смотрит, я скажу основную, ключевую, такую зерновую, центральную мудрость или позицию, которую крайне важно в 2024 году идеально и максимально проработать. И она состоит, эта мудрость, в том, что 2024 год – это год тотальной перезагрузки всех программ. И для того, чтобы эту тотальную перезагрузку сделать, мы сейчас с вами проведем очень простую практику. Однако она не у всех включится с первого раза. Поэтому я рекомендую с момента, что вы посмотрите этот выпуск на моем YouTube-канале до там, да когда хотите, но сделать повтор этой практики обязательно. То есть включаете это же мое видео, допустим, с 13 минуты, мне нравится это число, 13 это волшебное вообще число, с 13 минуты включаете, и мы сейчас эту практику начнем делать. И если вы уже повторяете просмотр моего видео, то снова здравствуйте. Здравствуйте в этот момент, когда вы вновь включили этот выпуск. И давайте повторим, или кто-то сделает в первый раз, а потом уже будет повторять. Итак, мы прямо сейчас любым доступным для тебя образом, я предлагаю тебе сосредоточиться, расслабить твое тело, максимально расслаблять тело. Делаем мы это сидя, не лежа. Останавливаем внутренний диалог или монолог.
Представь, что прямо перед тобой есть такая большая-большая деревянная чаша. И она белая. И прямо сейчас внутри твоего разума, ума, внутри твоей головы, внутри твоих ментальных, информационных полей и программ существуют какие-то сценарии, мысли, информация, флешки в кавычках, все вот это вот хранится как информационное поле. И прямо сейчас я предлагаю тебе любым доступным для тебя способом возьми, собери все, что ты можешь представить, как мысль, сценарий, книга, информация, программа, абсолютно все, переноси в эту белую чашу деревянную, которая стоит прямо перед тобой. Ну, это мысленно представляешь, да, что она стоит перед тобой. Это главная центральная мудрость. Переносить все, что внутри твоих ментальных программ, твоего информационного пространства и поля, внутри разума, переносим в эту чашу. И прямо сейчас, глядя на эту чашу, произносим такую фразу. Все мысли, все сценарии, все программы, вся информация, которые прежде я считала своими, моими не являются. Я сейчас выгружаю всю информацию из моего поля в эту белую чашу. Я признаю, что там все чужое. И я остаюсь в пустоте. Я остаюсь в прозрачной пустоте моего изначального мира. Я прозрачный, пустой источник моей жизни. Я причина, я источник. Я освобождаюсь от всего, что пришло ко мне извне, даже из того, что рождалось внутри меня. Я все это отдаю белой деревянной чаше и остаюсь в пустоте и в прозрачности моего изначального, исходного якоря. Я точка, источник. Я якорь, я причина, я первопроходец, я единственная причина моей жизни. Хорошо? И сейчас я прошу тебя направить бело-сияющий, золотисто-перламутровый свет из центра твоего сердца, направь его в эту деревянную чашу, на все, что ты туда сложила, и на все, что там находится, направляем этот бело-перламутровый, сияющий, золотисто-жемчужный свет из твоего центра сердца, направляешь туда и отдаешь все эти программы, которые находятся в чаше, на переплавку. Переплавляем. Все-все-все это нам больше не служит. Тотальная перезагрузка. Тотальное обнуление всех программ. И ты можешь почувствовать сейчас, что без этих программ тебе, может быть, станет скучно, или пусто, или грустно, или страшно. Однако я прошу тебя, продолжай сейчас направлять туда этот свет и переплавляй все-все-все старые энергоинформационные программы, просто тотально, не сортируя, не анализируя, в доверии, это безопасно, разрешаем. Переплавляй все эти энергии, всю эту информацию. И сейчас пусть этот процесс идет столько, сколько понадобится, он идет уже без нашего контроля, пусть энергии и информации там переплавляются, перевариваются, и с помощью исцеляющего света они превращаются в твои персональные жизненные силы. И сейчас на ближайшем комфортном вдохе я прошу тебя, начни медленно вдыхать переплавленную энергию из этой чаши внутрь себя, внутрь своего поля, внутрь своего сердца, внутрь твоего тела, в твои энергоинформационные структуры, начиная вдыхать все это. Обрати внимание, как надувается живот,
Вдыхаем, вдыхаем, прям все это в живот. Жизненные силы находятся в животе. Живот от слова «жизнь», «живо». Вдыхаем и на ближайшем комфортном выдохе выдыхаем через рот. С таким звуком, как будто с облегчением, отпуская все то, что больше нам не служит. И снова дыши в комфортном режиме. Каждый в своем комфортном режиме дышит. Вдыхая через нос, вдыхаем, вдыхаем, вдыхаем эти новые, чистые, прозрачные, обновленные энергии жизни. Вдыхаем, вдыхаем, и чувствуем, как раздувается, раздувается живот, надувается, надувается жизнь, приходит, приходит жизнь. И на ближайшем комфортном выдохе и отпускаем все старое, лишнее, ненужное, что больше нам не служит. Я сейчас помолчу. Ты продолжай дышать в комфортном режиме, глядя на пламя этой свечи или глядя внутрь себя с закрытыми глазами. Вдыхай так, как мы с тобой сейчас только что делали, через нос, впуская, впуская эту энергию в свой живот, надуваем, надуваем, надуваем живот, надуваем, надуваем. Большой, большой, большой животик, такой большой, большой. И максимально через рот со звуком отпускаем все то, что нам больше уже не служит. Отпускаем, отпускаем, отпускаем. Хорошо. И сейчас, когда ты так подышала или подышал, я предлагаю тебе внутри себя посмотреть, а какая настоящая цель, настоящая задача, настоящая программа или настоящее разрешение для тебя жить в 2024 году как? Если ты представишь, что все чужие программы, не твои, ты сейчас исцелила, они вернулись к тебе как жизненные силы, ты внутри пустая и прозрачная, то как ты выбираешь жить в 2024 году? Какой ты делаешь выбор? Как ты желаешь максимально радостно, комфортно, счастливо? Сейчас не оценивай, не делай никаких ограничений. Просто представляй перед собой некие образы. Все, старых программ больше нет. Мы их сейчас перезагрузили. Теперь только ты решаешь и выбираешь, как жить. Нет никаких других людей, нет никаких чужих программ, мнений, каких-то ожиданий от тебя. Даже ты сама ничего от себя сейчас не ожидаешь. Ты просто чувствуешь внутри себя нечто, что можно назвать твоим настоящим желанием на 2024 год. Что это? Посмотри сейчас, пожалуйста, что это, что бы ты хотела. Ну или что бы ты хотел. Хорошо. То, что ты увидела или увидел, начни сейчас прорисовывать в деталях, обращая внимание на ощущения тела. Почувствуй, как это... Программа свершилась, реализовалась, ты выбрала что-то, и это что-то пришло в твой 2024 год, и ты сейчас это проживаешь на уровне тела. Посмотри, какие эмоции, ощущения, какой запах, цвет, как ты все это сейчас чувствуешь на уровне физического тела, как это происходит. Просматривай все в деталях. Разреши себе абсолютно все, что хочешь. Ни в чем себя не сдерживай. Все чужие программы уже отключены. Есть только твой выбор. Только твой выбор. Только ты в тотальной перезагрузке выбираешь твой 2024 год. Только так. Проводи через тело, через ощущения. Хорошо.
Делаем вдох и выдох. Любой комфортный, свободный. Еще раз вдох и выдох. И снова вдох и выдох. Это один из уроков, который мы с тобой сделали и сделаем еще в процессе программы «Твой удачный 2024 год». И прямо сейчас я предлагаю тебе потихонечку открывать глаза, возвращаясь в обычное состояние. Посмотри, что тебя окружает, как для тебя это выглядит, что там тебя окружает, как ты это чувствуешь, как ты это видишь. И посмотри, пожалуйста, что нового появилось в ощущениях тела. Напиши обязательно об этом в комментариях. Что нового появилось в ощущениях физического тела? Как ты это чувствуешь сейчас? И обрати внимание, что свеча, ей можно дать возможность догореть до конца, а также ты можешь ее потушить. Причем, когда тушим свечу, а тем более такую мощную, да, мы не задуваем. То есть мы никогда свечу не задуваем. Это оскорбление для энергии огня. Задувать свечу мы не можем. Иначе мы, ну так скажем, нарушаем взаимодействие с духом огня. Мы можем ее только смахивать, вот смахнуть. В моем случае, когда я буду смахивать, ну, в общем-то, я могу, конечно, добиться результата в какой-то момент, но это будет сделать непросто. Поэтому существуют еще такие, знаете, колпачки, да, мы можем взять колпачок, вот так вот накрыть свечу, остановив доступ кислорода, и тогда она потухнет, и мы можем ее использовать несколько раз. Однако, я это объяснила только на тот случай, если у тебя недостаточно времени, чтобы дожидаться, пока свеча прогорит полностью. А я тебе все-таки рекомендую найти это время до Старого Нового года, каждый день делать эту практику, включая это видео. Смотри и следующие мои уроки в рубрике «Твой удачный 24-й год». Будет еще несколько уроков. Скорее всего, я каждый день буду выпускать по одному уроку. И ты делаешь повтор этой практики каждый день. Вот смотри, мы с 13 минуты начали, сейчас 25-е. Соответственно, всего 12 минут инвестиция твоего времени на то, чтобы тотально перезагрузить все программы, которые важно обнулить на 2024 год, выбрать то, что нравится тебе, то, что хочется тебе, для того, чтобы на 100% максимальный ресурс открыть возможности 2024 года для тебя. Ну и для меня я тоже их открываю. Обязательно задавай вопросы в комментариях, если что-то было непонятно, пиши, что понравилось, как ты почувствовала или почувствовал, что появилось нового в теле. Пиши, пожалуйста, об этом в комментариях к этому видео или мне в личные сообщения. Повторюсь, ссылочки я оставлю на мои соцсети в описании к этому видео. И также я тебе разрешаю поблагодарить меня материально, то есть ты можешь отправить мне сумму твоей благодарности, donation, ну то есть какую-то сумму, которая тебе откликается, потому как получая важные практики, получая ценные там советы, рецепты или опыт, когда ты благодаришь мастера, ну в данном случае меня, любой суммой, абсолютно любой, то ты включаешь для себя эти знания, ты их забираешь, ты как бы их выкупаешь, ты их забираешь. Я, конечно, этого не прошу и не жду, но я разрешаю тебе меня поблагодарить. И ты можешь это сделать по ссылочке в описании к этому видео, в закрепленном комментарии. Я оставлю ссылочку на донаты или напиши мне в личные сообщения, я скажу, на какие реквизиты можно меня отблагодарить. Сумма благодарности может быть абсолютно любая. И, кстати,
Разреши другим людям тебя благодарить. Разреши другим людям тебя благодарить. Ведь когда ты делаешь что-то интересное, ценное, полезное, а другие люди это берут, и им нравится, у них улучшается жизнь, разреши им тебя благодарить, и тогда и у людей эффективности от твоих знаний и от твоей деятельности будет намного больше. Это важный такой вот тоже принцип, такой лайфхак на 2024 год. С вами была Апраксина Лада. Пусть моя свеча догорает, и увидимся в следующих выпусках. Всем пока!